Яйцо событие. На Пасху Господь тоже развлекается, катает с горки яйца событий. Никто не знает, когда его вдруг зацепит такое катящееся яйцо, и Господь заберет его под свой особый контроль, развернет для него земляничные поляны или набросает высоких вершин, а может быть, отправит гребцом на древние галеры в пространстве и во времени. Яйцо события.